Приветствую вас, друзья, на канале Сибирячка готовит. С вами Лена. Представляю вашему вниманию вкуснейшие блины из кабачков. А по моему рецепту у меня получилось 14 штук. Я хочу, чтобы вы обязательно приготовили такую вкусноту. Посмотрите, какие они аппетитные, ароматные. Их можно фаршировать, готовить со сметаной. Очень тоненькие и нежные, хорошо приготовленные. Я сегодня сделала сметанный соус. Здесь у меня зелень, чеснок, черный перец. А как же это вкусно! Я угощаю вас, а вы, как всегда, своих близких. Все просто, быстро, поехали! Кабачок натираю на крупную терку. Если берете более зрелый, значит, необходимо снять кожицу и удалить семена. Разбиваю яйца. Добавляю соль, перец. Все это делаем по вкусу. Высыпаю муку. Пару зубчиков чеснока. Укроп я мелко порезала и перемешиваю. Смотрите, мука у меня более-менее разошлась. Тесто имеет такой вид однородности, что нет никаких комочков муки. Добавляю теплое молоко. Не все, выливаю сначала большую часть. Миллилитров 100 оставлю и перемешиваю. Смотрю на консистенцию теста. Смотрите, если кабачок более зрелый, он не такой сочный, поэтому будем ориентироваться по тесту. Оно не должно быть слишком густым и слишком жидким. Вот такое у меня получилось тесто. Оставлю его минут на 15-20. Молоко больше добавлять не буду. А перед тем, как выпекать блины, добавляем в наше тесто растительное масло. Все точное количество смотрим, как обычно, под видео. Перемешиваю. Друзья, смотрите, сковорода у меня хорошо прогрета. Перемешиваю тесто. В диаметре она у меня 21 сантиметр. Наливаю. Беру ложечку и разравниваю тесто. Распределяю его тонким слоем. Не наливайте масло, иначе блины будет сложно перевернуть. И не берите слишком большой объем сковороды. Ну, блины все равно такие более нежные, влажные получаются, чтобы было удобно переворачивать. Ну, либо если сковорода большая, наливайте меньше теста. Так. Конечно, выпекаются эти блины дольше, чем обычные, так как здесь кабачок, ему надо приготовиться. И смотрите, как понять, что нам пора переворачивать блин. Вот тесто, которое сверху, оно должно быть полностью готово, то есть не должно быть сырым. Я так определяю. Беру блинчик, переворачиваю и обжариваю с обратной стороны тоже минуты 4-5, в зависимости от плиты. Друзья, желаю вам приятного аппетита. Обязательно приготовить вкуснейшие блины по моему рецепту. Поставить лайк, поделиться со своими подругами. Ну что, я желаю вам приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока.